реальности необходимы новые решения, идеи и возможность их быстро внедрять по всей стране. На форуме «Сильные идеи для нового времени» губернаторы обсуждали такие инициативы и делились своими планами по развитию регионов. Из 15 тысяч идей, которые поступили в агентство стратегических инициатив, почти 800 проектов уже начали реализовывать в регионах. Среди них благоустройство городской среды, развитие культурных и образовательных объектов. Возрождение – это то, что сегодня очень актуально для Севера, то, что сегодня очень актуально для Арктики. Первый такой проект, значимая идея, которая вошла в топ-100, это, конечно, перезагрузка, воссоздание важнейшего арктического университета. Сегодня мы фактически его перестраиваем для нужд арктической экономики. Поддержка сельских территорий – тоже одно из важных направлений в региональной политике. Очень интересный проект – это кино для села. В Якутии очень любим кино. Проект компании «Якутская киносеть» совместно с японской компанией позволила создать кинопроектор, который включает и сервер, который может способствовать сохранению прав авторских в онлайн-режиме и предназначен для маленьких сельских клубов. Стоимость вот этого проекта вместе с оборудованием немногим более 900 тысяч рублей. А аналогичные стоят сейчас порядка 5-4 миллионов рублей. То есть у нас очень хороший проект, мы его обязательно будем в Якутии реализовывать. И уверен, что и в других субъектах Российской Федерации, где есть потребность как раз вот культурного развития сельских территорий, этот проект тоже получит свое развитие. Главы регионов отметили, кроме проектов, которые относятся к их субъектам, они обратили внимание и на другие перспективные инициативы, которые, возможно, попробуют внедрить в своих областях. У нас больше 500 общественных представителей во всех регионах нашей страны. Это дает нам возможность всегда получать из первоисточников информацию, обратную связь по всем инициативам, проектам, которые реализуются в регионах. Ну и самое главное, получать оттуда инициативы, которые предлагаются жителями, что мешает, какие барьеры, какая повестка развития интересна, что предлагается. Благодаря этому мы всегда стараемся быть в тренде и действительно вместе с регионами активно работать. Создание в регионах инновационных кластеров обсуждали на сессии Клуба губернаторов. Образование – это драйвер технологического развития, а кадры – ценный ресурс. Коллаборация крупного бизнеса и стартапов – залог успеха не только внутри страны. Наша задача как власти – это организовать систему выхода наших компаний технологических на крупный бизнес. Если ты как компания будешь с мелкими работать, так мелким и останешься. Если выходить на масштабы международные, надо обязательно выводить их на крупный. Губернаторы уверены, ставку нужно делать на креативную экономику и новые сильные идеи, которых по итогам форума оказалось немало.